Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, забежим сюда. Посмотрим результат. Как всегда, не докачался. Ну что, продолжаем, конечно, продолжаем. Пускай дальше тренируется. Здесь у нас все по тишине. Так, давай заберем. Здесь тоже заберем. Поймать. Так. Поймать, конечно же. Давай, он убежал у меня. Так что, проказник этакий, давай-ка домой. Да-да-да-да-да, домой. Нечего здесь делать. Эх. Ну, в любом случае мы его поймаем. Тут нету красной зоны, так что... Пускай даже не мечтает от меня еще раз бежать. Ай! Блин, конечно, хотелось бы с удвоенным опытом все это сделать. Но началось, началось. Никогда не любил ловить легендарных динозавров. Потому что их сложно поймать. Все, 360 опыта. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим, кто тут у нас. Ну, попробуем. Ох, твою налево. Ладно, попробуем. Отлично. Давай двигаться дальше. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Блин, да как же так-то? Я умоляю тебя, а. Да не психуй ты, я самому... Обидно, что так получается. Он еще рычит тут на меня. Здоровский. Что я могу сказать? Еще попытка, последняя. Убежал, короче. Ай, соберите команду. Как меня бесят. Я говорю, легендарные это... Вот, ребят, на мобильнике, когда я ловлю их, у меня нормально получается. Потому что там надо тыкать пальцем. Маленький экранчик тыкать пальцем. Здесь же вот так вот. Ну, не получается. Хоть ты тут что сделай. Понимаешь? Не получается у меня. Ну что, погнали, короче. Мы с тобой начнем с чего? С землетрясения, да? Или с... Давай дрожь земли. Бонитозавр этот. Погнали. Где? В Лиге Выживших. 25% лучших игроков. С кого начнем-то? Ну, давай Карнораптора возьмем. Ихтиостегу. И... Эрликозавра. Слушай, не слишком ли я слабеньких взял, а? Сейчас посмотрим. По противникам, кто здесь будет. Ну, давай, что-то долго. Димитродон, Унайзавр и... Циротозавр. Циротозавр я ни разу, по-моему, ничего не видел. Ну что, я сразу атакую. На тебе, 47 хп мы ему оставляем. Димитродон. Зачем, интересно, ему такой гребень? Хе-хе-хей. Надурил. Так, Унайзавр. Ну, естественно, он будет меняться, скорее всего, на Циротозавра. Смысл ему здесь, да? Отгребать по полной программе, когда можно взять вон легендарку. А там у меня Ихтиостега поджидает. Циротозавр. Чем-то напоминает мне Тираннозавра. Давай. Ну что, вмажем по полной или как? А я попробую вмазать. Ух, вырубаем. И остается Унайзавр. Естественно, шансов ноль на победу у него. Даже, не знаю, если он, конечно, сейчас все сольет, возможно, и вырубит. Но это Ихтиостегу только лишь. Ну да. Пошел парень ва-банк, как говорится. Хоть одного, но приберу. Ну, прощай. Прощай, родной. Мы даже не всплакнем по тебе.
Да, ребята, конечно же, победа за нами. И мы двигаемся с тобой дальше. Я хочу рулетку, ребята, я рулетку. Я просто сейчас вот жажду. Выпал бы мне еще один бананогномиус, был бы вообще шикарно. Ну, для меня, по крайней мере. Так. Крутим. И... растудить твою тудить. Не выпало то, что мне нужно. Хорошо. Берем сфинокодона. Берем унозавра. И... и что берем-то еще с тобой? Ну, давай возьмем... скафагната. А сейчас, наверное, будет слишком слабенько, да? Там было слишком мощно, здесь будет слишком слабо. Потому что гибридов сейчас против меня поставят. Карнораптор. Ты прикинь, у него есть карнораптор, и он его взял. Эх, ты жучонок. Ну, тут понятное дело, мы атакуем сразу же, потому что классовое преимущество. Сам Бог велел бомбануть, но он возьмет вот этот, кто это у нас? Сарказух или как тебя там звать? Что за аллигатор? Ну давай, не жмись. Меняй, я же знаю, что тебе выгоднее менять. Да, это сарказух. Еще ударит. Нет. Хорошо. Давай я сделаю так вот. Я рискну, ребят. Возьму защиту. Ну, предположим, ты поменяешься, да? Ты ведь поменяешься. Естественно, поменяется. Берет у инозавра. Ну, вот здесь я, по-моему, ребята, его сейчас и распишу. Этого у инозавра. Да. Goodbye. Ну, он с арказухом побалуется сейчас. Две атаки сольет, две остается у него, да? Получается так. Да, две атаки сливает. Два бонусных очка у него остается. Естественно, у инозавра, ну я не знаю, можно в принципе и им попробовать бомбануть. Почему-то мне кажется, что он возьмет карнозавра. Давай сделаем вот так вот. Раз. Раз-два и вот так. Просто посмотрим. Угу. Давай, сливай всю атаку. Сливай, говорю, всю атаку. Он не стал ничего делать. Он ничего не стал делать. Мне, друзья, надо этим бомбить. Хочу я этого или нет, надо бомбить. Не вырублю. Этому крышка, да, получается. Сколько он сольет? Он поменяется, скорее всего, сейчас. Будет же меняться, верно? Нет. Меняться он, к сожалению, не стал. Он 4 атаки врезал, да? Раз-два. Раз-два. Ох. Серьезно? Все поставил на защиту? Окей. Ну, давай посмотрим. Меняет. А вот это ты зря сделал. Я тебе точно говорю, это ты зря сделал. Поменял. Раз, два. Раз, два. Проверим. Так. Взял себе дополнительных 2 очка. Сейчас, по-моему, вмажет он мне по полной программе, ребята. Пробьет, интересно? Пробьет. Вот так вот он меня, ребята, обманул. Ну, даже не знаю, что сказать. Сказать, что я взял слабеньких, ну, это да, взял. Но и то мог бы выиграть, если бы не тупанул. Ну, немножко приоритеты неправильно сделал. Ладно, Эдиоморфодон пойдет. Астафрикозавр и Капразух. Я думаю, что Эдиоморфодон сейчас здесь разберется один со всеми. Хотя, опять же, зависит, кто против нас пойдет. Кого выставят.
Галимим, Колобуринг и Алангозавр. Ну что, тут... Вот так вот я сделаю. Будешь менять, что ли? Или атаковать? Ну давай, что там жмешься-то? Все-таки решил бомбить. Хорошо. Астафрикозавр, будь добр, пожалуйста, разберись-ка с этим чудиком. Убери его с глаз долой. Спасибо. Колобуринг, 89 к атаке. Ну, скорее всего, возьмет алангозавра. Скорее всего, возьмет алангозавра. Я возьму капразуха. Ну давай, что-нибудь делай. Странно. Давай попробуем так. Блин, надо этот Facebook удалять. Он, мне вот эти сообщения достали, которые приходят уже. Так, что он сейчас? Он вмажет, наверное. По полной программе он уничтожит мне, да? Астафрикозавры и... И тут уничтожаем его мы. Этим нашим Эдиуморфодоном. Поехали. Пока, алангозавр. Ну вот. Очередная, друзья мои, наша победа. Так, теперь посмотрим, на какое место мы с тобой переберемся. И... 40-е. А на рулетке что мы с тобой получим? Да ну вы серьезно, что ли? Ну, даже дотянуть не мог, блин. Ну что, поехали дальше драться на арене. Я возьму теперь алангозавра. Возьму вот этого диплотатора. И возьму Эйниозавра. Пускай будет он. Думал, Ютирануса начали взять, а потом посмотрел, алангозавр и Ютиранус. Два хищника. Пускай лучше будет Разносол. Скафагнат, Рамфоринг и Велоцираптор. Ну, Эйниозавр как раз против летунов будет вообще заходить на ура. Но против Велоцираптора будет слабоват. Берем бонус. Что будет делать? Атаковать, наверное, будет. Блин, вот Диплотатор, конечно, здесь не в тему. Против Велоцираптора и стука. Угу. Ударил и довольный, да? Ну чё? Берем бонусы. Пускай берет этого Велоцираптора. Там уже Диплотатор присоединится. Ну чё, да-да-да, берет Велоцираптора. И атаку проводит. Диплотатор, твой выход. Две атаки делаем, да? И два бонуса. Две атаки и два бонуса. Чпок. Рамфоринг, 251 к атаке. Ну, ушатает, конечно же, Диплотатора, если все атаки свои сольет. Ты понял, да? Ну, а мы, соответственно, сейчас в ответ. Сколько нам нужно потратить? Раз, два, три. Остальное в бонусы идет. Бамс. Ну что, этот скафагнат? 117 у тебя к атаке. 4 очка действия. Не хватит у тебя, парень, пробить нас, по-моему. Не должно хватить, ребят. А вот нам, нам хватит, чтобы его подбить. Давай. Ну. Бабах. Да, здоровски. Бомбанули. Ну все, хорош выпендриваться. Главное, победили.
Поздравляют. Дают нам с тобой 21-ю позицию. Здесь. Дайте хоть раз ты мне этот. Именно либо еда, либо монеты. Все. Другому мы просто тобой ощущение, как будто не заслуживаем. Так, пеликанептерикса и велоцираптор возьмем. И кого еще? И афиакамим. Нет, афиакамим будет слабенький. Стегоцератопса. Ну, допустим. Блин, ну это... это гибрид стегоцератопс. У нас два гибрида, да, получается? Пеликанептерикс, ютеранус, джунгариптер и... кто там? Прото. Блин. А я бомбану. Я бомбану, ребят. Ну давай, ютеранус. Что ты будешь делать? В ответку бомбить. Что еще он будет делать? Вот так вот. Значит, дальше мы с тобой атака плюс защита. Чтобы нас вот этот вот шитик не бомбанул ненароком. Да-да, джунгариптер. Ну а потом можем, в принципе, взять нашего травоядника и крошить врага. Ну что ты там прыгаешь, ты скачешь? Ничего не стал делать. О, 542 атаки, прикинь, ну-ка. Фух. До свидания, джунгариптор. Сейчас посмотрим, что тут у нас рептилия. 169 атаки. Не хватит. Даже вот этих вот 5 атак ему не хватит, чтобы нас подбить. Никак. Или хватит? Да не, не должно хватить, ребят. Забираю свои слова обратно. Моментально забираю. Потому что сейчас пеликанептерикс... ну что он с ним сделает? Отбивную, естественно, отбивную. Все, погнали. Протерогиринус. Протерогиринус, вот как его величать. Ну все, хорош, красавчик. Пеликанептерикс. Естественно, ребята его назвали за счет вот этого зоба, который у него есть. Этот прародиш пеликана, 100% тебе говорю. Так, 7-я позиция. Ну что, еще один поединок, и мы с тобой должны, по идее, в принципе, подняться по лиге. Ну, неужели хоть дали загадку? Спасибо. Спасибочки. Кстати, подожди секундочку. У нас ежедневки-то выполнены. Время-то там, по-моему. Чего? А, обновилось, что ли? Или что, я не понял. Так, потратить еду. Потратить, собрать. Я тут, кстати, за кадром ставил. Ага. Новые построечки. Ну, чтобы денег срубить здесь побольше. Ну, как видишь, они еще пока не доделались. Так, я так и не понял. У нас обновили задание или нет? Через 39 минут. Значит, ежедневки. А по ежедневкам непонятно. А, ну вот, ребята, через 20... да, обновились ежедневки у нас, получается. Значит, можно не спешить. Так, ну-ка, сделочку можно сделать? Ту-ту-ту-ту, одну... нет, монолофозавра я оставлю, наверное. Так, это тоже не годится. Хе-хе, 460... 5 баксов меняешь на 360 очков доверия. Это бред. Это тоже, я считаю, бред полный.
Ну вот это вот можно сделать. Хотя 5000 как бы они тоже не помешали бы, да? Согласись. Окей. Забираем тут, потому что деньги дают доллары. Вот как бы из-за этого. Использовать ускорение, открыть наборы карточек 3 штуки, собрать моды. Ну давай первую за еду. Обычные моды. Давай, Чарли, жми. И дает он мне единство. Так. Деньги-то хочется как-то. Причем смотри, здесь обычная 849, редкая 679. Как это можно понять? Да? Обычная стоит дороже, чем редкая. Интересно, да, получается? Вмешательство отключает мод вражеского существа. Ну и давай еще последнее. Так, игра вылетела с треском во время выбора мода. Так, ну, забираем. Так, открыть набор карточек. Короче, тут понятно, с едой 150 тысяч еще нужно будет потратить, хавчика. Все равно мало, да? Ну, конечно, мало. А здесь закончим? Не закончим. Так, продолжить. Замечательно. Так, поместить и накормить. И ставим, естественно, на прокачку. Сразу 2 задания должно быть у нас. Раз и два. Открыть набор карточек, использовать, понятно. Купите билеты на розыгрыш призов. Ну, пеликанептерикса, ребята, я могу поймать голыми руками, поверь мне. Я уже его неоднократно ловил. Это, чисто говоря, халявка. Угу, ему нравится. Мне тоже нравится его ловить. Ой, что-то замечтался, ё-моё. Да я знаю, пеликанептерикс, не пугайся. Просто дрогнул курок. Курок. Так, и последнее у нас тут. Ой, да что со мной не так? Что я хандрить-то начинаю, ё-моё. Спешить куда-то, идеальная поимка. Все, ребят, опыта и сарказуха мы с тобой получили. Ну, а мы продолжаем с тобой бомбиться на арене. Битва. Битва. Возьмем Эдди Морфодона, Таника Лагриуса и... пам-пам-пам-пам-пам. Кого еще тут? У Архозавра. Да? Да. У Архозавр. И смотрим, кто у нас по соперникам. Ой, Кулазух, я тебе не завидую сейчас. Я тебе сейчас просто не завидую. Просто с одной плюшки выносим его. Погнали. Дальше идет Карнораптор плюс Алангазавр. Хорошо? Конечно, хорошо. Классовое преимущество решает. Слушай, мы даже можем с тобой Карнораптора бомбануть, если он сейчас будет выпендриваться. Ну, что ты будешь? 100% испугается ходить. Будет копить. Нет, ты глянь-ка. Пробивное делает один ударчик. А я сделаю вот так. Ну и что ты скажешь, парень? Все? Взгрустнулось тебе, Карнораптор, да? Я понимаю. Я понимаю тебя. Но пощады все равно не будет. Погнали, друзья. Так, он все потратил, значит, вот этого будет более чем достаточно. Погнали. Хлоп, и готово. И выходит Алангазавр. 215 к атаке. Ему нужно слить всю атаку. Но так как у меня стоит броня, ему не хватит меня пробить. Он решил вот так вот сделать, и это зря. Потому что ему... Ну все, крышка. Он еще тем более одну защиту взял. А остальной балл он хотел, наверное, на дополнительные очки поставить. Но он и поставил, в принципе. Только этому не пригодилось.
Ну что, двигаемся дальше. Надеюсь, мы сейчас зайдем с тобой уже в новую. Ну да. Это издевательство, друзья. Это просто издевательство. На переходе прям в следующую лигу меня затормознули. Ладно, они издеваются. Будем тогда тоже издеваться. Нондогазавр. Таниколагрус пока потерпит. Тропиогоптер и тиранозавр. Поехали. Смотрим сейчас, кто тут у нас будет выпендриваться. Если хищники, ох, я не завидую. Нондогазавр разберется. Травоядничке. Опа. Берем бонус. Тут, сам понимаешь, тропиогоптер просто вообще не котируется. Кого-то возьмет сейчас посередине. Нет? Вот это, мне кажется, ты зря, братуха, сделал. Раз, два. Раз. Давай этого вшивика. Пахицератопс. Готов. Диплодок выходит. У него 130 к атаке. Забоится бомбить. Или не забоится. Будешь атаковать или нет? Испугался, да? Испугался. Твое дело, парень. Ну, сейчас. Будешь бомбить или нет? Да, делает 3 атаки. Один. Одну очку действия он сохранил. Не знаю там для чего. Мы вот так с тобой сделаем. Раз, два, раз, два. Прописываем плюшку. Ну и выходит пахицефалозавр. Пахицефалозавр, да. Вот этим гребнем он мне напоминает, знаешь, чего? Чужих. Помнишь фильм «Чужой»? У них там такие же были гребни. Как бы строение черепа было такое же, да? Ну что, все, он докаркался, поэтому выносим ему мозг. Давай, давай, с разбега. Прекрасно. Ну, теперь-то уж мы точно перейдем с тобой в следующую лигу. Хорош уже тут меня задерживать. И так что-то слишком как-то долго тянулся этот переход. Будем честны. Вот, лига охотников. 10% лучших. Тут и награда будет повкуснее. Ну, должна быть. Да неужели? Редкие убийцы, спасибо. ДНК, деньги. Так, и дилофазавр. Лучше так. 130 очков доверия еще в плюс. Так, ребята, у нас почти 9000 очков доверия, это круто. Так, берем топиелозавра, апатозавра плюс таниколагруса. Это имбовая команда. Должна разорвать любого. Ну, я в это верю, по крайней мере. Надеюсь на это. Но... велоцираптор, пахиринозавр и пеликанептерикс. В принципе, ребят, фигня полная, потому что победа здесь за нами. Должна быть. Возьмем с тобой бонус. Я знаю, знаю, что он сейчас будет делать. Он будет сейчас брать вот этого пахице. Пахице. Коротко и ясно. Или бомбить все-таки будет. Смотри-ка. Смотри-ка, что он делает. Тут даже не знаю, ребята, как и быть. Давай вот так вот, на хитрость. Это хорошо, что я взял две защиты, ребят. Это хорошо. Ну-ка. Ну давай ты уже бомби. Нет, опять он пропускает ход. Не знаю, что он там затеял. Я попробую прописать звездюльку ему. Ух. Да, я его пробил. Но вот этот сейчас, конечно, сделает гадость мне. 7 очков действий. Ты представляешь, 7. Он снесет меня. 4 тратит. 3 остается у него, да?
Пум-пум-пум-пум. Ну, давай я вот так сделаю. Раз, два, раз. Ты серьезно, блин? Так, ну он возьмет топиалозавра. Пеликанептерикса, он поменяется. Нет, не стал. Ну и дурак. Дурак просто-напросто вообще полный. Раз, два. Давай так сделаем. И вот так. Я уже просто не стал подсчитывать там, ребята, сколько чего, куда на шару сделал и хорош. Че, все сливать будешь, парень? Ну да. Ну и даже не хватило у него мощей пробить. Тогда гудбай. Оу, Фидерзейн. На. Такой смачный шлепок. Ну, как-то так, ребята. А что вы хотели? Да Николагрюс он такой. Живучий, прыгучий. Хищный, свирепый. Злопамятный. Так, сколько нам дадут? Куда мы перейдем? Ну, 15 очков дали нам, да? Грубо говоря, 15 очков. На Лиге Охотников нам опять хавчиком начали затравливать. Ну что, нондогазавр плюс. Че, никого не осталось, что ли, у меня здесь? Ютиранус и Афиокамим. Что-то мне подсказывает, что неправильно ты поступаешь, Рейчик. Не надо так делать. Ну ладно, на свой страх и риск. Подожди, а мы же можем с тобой, ну, догаз... Ну вот, началось. Паразавр, блин. Началось. Че, влупим тогда сразу же? Я просто думаю, ну, догазавр, мы же можем его, по-моему, скрестить, да? У нас 2/30. А стоит ли этого делать? Стоит, знаешь почему? Потому что мы сможем его дальше прокачать. Так, меняет. Метапозавра он взял. Ну-ка. Минус метапозавр. Хе-хе-хе. Давай своего стегоцератопса, у которого 164 атаки. Сейчас просто пощекочет нас. Просто пощекочет. Если он будет атаковать, это будет просто щекотки. А если я сделаю вот так вот? Что ты на это скажешь, а, стегоцератопс? Что ты на это скажешь? Кстати, он может пробить. А, нет, не хватит ему вообще, потому что две защиты мы взяли. По-моему, хорош на него любоваться, мне кажется. Раз, два, три, четыре. Понял. Его прикол я понял. Он все три очка действия перекинул вот сюда, на паразавра. Ну, тут-то понятное дело. Сколько им нужно? Раз, два, три, четыре. Четыре атаки, да, получается? А он сделает 5. Угу. 3 оставил про запас. 3 оставил про запас. А мне как раз хватит 4 атак, чтобы его бомбануть. Вот и все. Крутой просчет. И мы с тобой двигаемся дальше. Да, нундогазаврик вот такой вот он. Мне нравится, ребята. Ну и диплотатор тоже неплохой, но все равно нундогазавр мощнее. Так, с 85 на 77 место мы перелетели. Дали бы мне еще одного банана гномиса, чтобы я мог его прокачать хоть немножечко. Но здесь дают только хавчик. Ну что, берем с тобой, значит, Раджастегу, Анкилодока и диплотатора. Это тоже топовая команда у нас получается. Все гибриды, причем довольно неплохо прокачанные. Лемнорин, Калангазавр и... И опять же этот... Рептилия, да? Блин, я что-то думаю, что он вот этого возьмет. Ударить все равно надо.
Давай. Так, Лемноринг получил по шее. Он сейчас поменяется вот на этого. Точно тебе говорю. Ну давай. Видишь, я тебе о чем говорил. И ударит, верно? Верно. И ударит. А я сделаю это следующим образом. Поехали. Он, наверное, не думал, да, что я буду в ответку бомбить. И тут он такой присел маленько и думает: ёк, Макарёк, что делать? Ну, видишь, делает фигню. Раз, два. И вот так вот. И кто это у нас? Аллозавр или кто это? Ага, так точно. Это Аллозавр 40 уровня. Вот так он будет выглядеть. С таким гребнем. Ну и что ты это делаешь? Что ты чудишь-то, парнишка? Я не понимаю. Раз, два, три. Ага. В топку его. Ну и опять же выходит этот Лемноринг, который сейчас... Ну он забьет мне, конечно же, Раджастегу. Три атаки сделает. Наверняка. Ага. Ну, то, что он себе оставил на защиту одну очку действия, ребят, естественно, не поможет, потому что у Анкилодока, ты посмотри, 722 к атаке. Плюс 6 очков действий. Защита это вообще не поможет ему. Ну вот. А вот дальше что нам делать? По-моему, это был последний поединок. Потому что больше нам неким драться. Посмотрим сейчас, что у нас там осталось в закромах. 68-я позиция. И выпадает деньга. Схватка. Птеродактиль остался у нас, да? Птеродактиль, и кто вместе с ним, например, отважится пойти? И брать-то некого. Тиранозавр. И кто? И тиранозавр. Два тиранозавра. Или шунозавра взять? Ну, давай вот так вот сделаем. Мне кажется, птеродактиля здесь одного хватит. Хотя, не факт. Если сейчас будут у нас травоядники. Это... Травоядников нету. Слушай, тут победим мы. Тем более, этот микропозавр сразу попадает. 1353 к атаке, ребята. Мы его сразу в порошок просто сносим. Вообще тут даже не обсуждается. Просто пули его пронзила. Даже вот Карнотавра и... Всех, короче, врубаем. Урона мы с тобой даже... Такие лапки мелкие, вообще мелкие, да? Ну, зря ты делаешь что-то, дурачок. Зря. Так, одна атака плюс бонус. Вырубаем этого хлопца. Ну что, пирораптор? Я думаю, тебе нет шансов здесь. Ты это прекрасно сам понимаешь. Делай две атаки свои последние в этой жизни, и все. И вот все-таки хочет помурыжить, а? Все-таки хочет помурыжить. Я не знаю, что он, зачем он так сделал. На, получи. Даже в защиту не поставил. Ну, не поставил, значит, получил. Хорошая арена была. Мне понравилось, друзья мои. Ну, жалко, конечно, что, опять же, нам не выпал никакой пак легендарный, который, по идее, рассчитан, да, чтобы вот этот банан Агномиус. Только деньги, еда, в общем, все, что мы с тобой так любим. Деньги и еда. Так, забираем с тобой здесь и использовать в Канозойской эре. Плюс нам нужно купить билеты. Купить билеты — это вот здесь. Ну что, забираем награду. Вот так вот. Ну и пошли драться в Канозойскую. Что нам еще остается?
Скоро 51 уровень. И... А что у нас, кстати, там будет? Подожди-ка. А, просто ДНК. А потом вот птеранодон. Это будет на 52 уровне. Тиранозавр открывается на 54. Так, ну что? ПВП. Делаем вызов. Раз. Не-не-не-не. Вот так. И вот так. Готов я. Смотрим. Ну, давай, давай, давай. Глиптодон, сумчатый. Блин, опять сумчатый лев и динотерий. Два снежника взял, да? Два снежника подснежника. Я, наверное, сразу бомбану разочек. Блин, сумчатый лев, 38 уровень. Ё-моё, он сейчас возьмет его. Он возьмет сейчас его. Ну что ты там думаешь, соображаешь? Типа у тебя есть выбор, естественно. 980 к атаке. Срочно меняемся, блин, срочно. И в защиту. По-моему, сейчас пропишет. Ну. Да, крышка нам. Ну что, мамонт? Даже тебе не хватит, да я буду шатать. Даже тебе не хватит его шатать, твою налево. Раз, два, раз. Паршивый сумчатый лев, а как же ты меня бесишь? Как же ты меня раздражаешь? Думает, что ты там думаешь еще? Думает он. Поехали, попробуем. Все, сливаем, ребят. Ага. Ну вот, сумчатый лев в труху. Выходит глиптодон. Ну, глиптодон, это понятное дело. Сейчас сколько ему нужно? Две атаки сливает. Я сомневаюсь, что он возьмет 4 защиты. А вдруг возьмет? Вот тут понятно, да? Видишь, как подрасчитал? Ни больше, ни меньше, именно 2, чтобы ему хватило. Сейчас мы проверим. Ребят, ну это просто из жанра фантастики. Согласись. 4 атаки я делаю, и он берет 4 защиты. Ну давай посмотрим, что он будет сейчас делать. Угу. Я не удивлюсь, если он сейчас... Ну-ка. Ага. Все сюда вложил, да? 192. 200. 200, это получается сколько? 7. Будет неприятно. Неужели вырубит, а? Он все будет сливать, поверь мне. И, скорее всего, вырубит, ребята. Да. 2, это... Ну, тут бонус сработает еще. Подкосил, конечно. Но я тебе скажу точно, что вот там вот 4 защиты он взял. Поверь мне, если бы я, например, взял бы защиту, у него бы не было бы 4 защиты. Не показало бы. 100% тебе говорю. Так что... Вот такие пироги. Ну что, забираем здесь наш... ежедневный пак. С топижарой вместе. И 95 очков доверий. Ребята, еще 1000 и все. Кстати, у нас тут, по ходу дела, что-то сейчас будет обновляться. Через 12 минут закончится событие. А что будет доступно? Давай посмотрим. Будет доступно могучие деньги, махонькие ужасики и белая мгла. 3 события, довольно неплохих. Если, ребята, вытерплю до вечера, не усну, потому что я не спал ночью все. Сидел, дрынкал сегодня, что-то увлекся я. Да встал в 3 ночи, ребята, и все, и понеслось, поехало. У меня вот всегда, когда я иду в отпуск,
Я еще не в отпуске, но скоро пойду. Сразу же у меня режим меняется. Я из обычного дневного режима перехожу в ночной. То есть я как сова. Любитель посидеть по ночам. А днем буду спать. Конечно, меня это бесит, мне это не нравится, но ничего с этим я поделать не могу. Так, ну что, в принципе, ладно, деньги мы собрали, ребята, будем закругляться. И еще раз говорю, если что, вечером еще одна серия. Ну, возможно, серия эта выйдет не сегодня уже, а, скорее всего, завтра. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.